Компания «Дахир Иншат» представляет технологию быстрого обслуживания для заведений общественного питания. Суть изобретения заключается в автоматизации процессов приготовления и подачи блюд, что позволяет сократить время ожидания готового заказа до нескольких минут. Давайте рассмотрим эту технологию более подробно. Официант принимает заказ у посетителей и с помощью планшетного компьютера отправляет запрос на кухню, где происходит формирование готового блюда. Над обеденным залом находится помещение, в котором блюда перемещаются из кухни к столам посетителей при помощи движущихся лент и манипуляторов. Распределение заказов происходит с помощью системы датчиков и подвижных роликов, которые безошибочно направляют каждое блюдо к месту его назначения. Весь путь от кухни до стола посетителя занимает не больше минуты. Когда блюдо достигает конечной точки своего маршрута, люка, расположенного над столом посетителя, автоматический манипулятор захватывает его и опускает вниз, в обеденный зал. Автоматизация процессов приготовления и доставки пищи позволяет обеспечить настолько высокую скорость обслуживания, что клиенты ресторана могут получить готовые первые блюда, еще не успев завершить свой заказ. После того, как посетители покинули стол, официант собирает использованную посуду и помещает ее в специальный контейнер, который отправляется на нижний этаж, где располагается автоматическая мойка высокого давления. Использование данной технологии позволит минимизировать ручной труд обслуживающего персонала и за счет этого добиться высокой скорости и качества обслуживания, а также оптимального уровня издержек. При этом пропускная способность заведения составит до 10 тысяч посетителей в день. Кроме этого, ресторан сможет похвастаться идеальными санитарными условиями приготовления пищи, так как помещение кухни полностью автономно. В него не допускается обслуживающий персонал, а пути подаваемых блюд и грязной посуды не пересекаются. Таким образом, быстрый и качественный сервис, доступные цены, вкусная и здоровая пища обеспечат заведению высокую лояльность клиентов, готовых возвращаться в ресторан снова и снова. Узнайте больше о технологии мгновенного обслуживания в общественном питании в компании «Дахир Иншат».